Samsung A52 не очень много кодов инженерных, но все-таки некоторые есть. Вот, например, для Wi-Fi. Вот это. Здесь можно посмотреть Wi-Fi. Тест, но тест что-то не работает, но данные можно посмотреть. Вам не обязательно их запоминать, я внизу в описании их напишу. Например, можно посмотреть для сим-карты. Вот, сим-карта. Вот здесь данные сим-карты. Можно проверить, вот это хороший код, можно проверить датчик приближения. Говорили, что в нем какой-то виртуальный датчик приближения. Но в Samsung A52 реальный датчик приближения. И сейчас я вам это даже докажу. Правильный код. Почему-то да, здесь нужно решетку. Здесь еще два. Вот датчик приближения. Сейчас он нормируется. Вот как только я, можете видеть, как только вот. Вот, 0. Упал до 0, если вам видно. Как только я здесь отпускаю, он сразу реагирует на камеру. Как только я приближаю, вот эта строка, она удаляется. Дальше. Тестирование. Общее тестирование. Это тоже можно протестировать многое. Вот здесь тесты разные можно сделать. Например, то, что версию узнать. Ну, не только версию, но еще многое другое. И, например, еще покажу еще один для батареи. Это батареи. И еще один датчик. О, выключил. Нет. И еще один, я его не показывал, датчик отпечатка пальцев. Его даже сразу можно обновить, если что-то плохо работает. Вот здесь, если он плохо работает, можно сделать обновление. Проверить новую версию, в случае чего загрузить. Дата комплект. Ну вот, на этом все. Спасибо за просмотр.